Сегодня в новой серии, обновленной серии Optimus. Мы все ее очень ждали, да, и она действительно настолько интересная, и Наталья сегодня нам поможет разобраться во всех нюансах этой серии, как ее рекомендовать, какие у нее преимущества, и все-все, что нам необходимо знать про эту серию, Наталья сегодня нам расскажет. Ну и, конечно же, в рамках нашей сегодняшней встречи у вас будет возможность задать Наталье вопрос. Вы можете его написать в чате или в конце Наташиного выступления у нас будет открытый микрофон, когда вы напрямую можете включить свои микрофоны и задать напрямую вопрос. Наташ, подключайся, мы все очень рады тебя видеть. Здравствуйте, дорогие друзья, тоже всех рад видеть, край глаза, потому что свернула окошко, чтобы вам было хорошо видно слайды. Сегодня эта конференция записывается. Продолжаем. Поставим на запись, да, для того, чтобы все могли посмотреть после того, как мы закончим сегодняшнее обучение, будет возможность еще раз освежить воспоминания об обучении, что-то интересное еще, может быть, уловить, что не с самого первого раза усвоится. Итак, друзья, давайте поговорим про серию, про бренд Optimals. Какое место он занимает в нашем портфолио средств по уходу за кожей? Как и в какие ситуации вы должны его предлагать? Конечно же, что в нем нового, что осталось прежним, и какие интересные компоненты появились у нас в серии Optimals. Начнем мы с чего, друзья? Что у нас за этот год произошли глобальные перемены в нашем восприятии окружающего, во всем, что с нами происходит. После такой пандемии мы не могли остаться прежними. И косметический рынок тоже не мог остаться прежним. Все поменялось, и сейчас вот эта вот философия wellness, она влияет абсолютно на все сферы, в том числе и на уходовую косметику. То есть мы стали больше задумываться о профилактике, готовы больше инвестировать в себя, в свое самочувствие, в свой внешний вид. И мы с вами стали лучше понимать, что из сегодняшнего выбора формируется наше с вами завтра. То есть мы каждый день, да, маленькие шаги делаем по направлению к своему светлому будущему. То есть те, кто инвестировал в себя задолго до эпидемии, поняли, что они, в общем-то, с честью, да, перенесли их здоровье, позволило им не так беспокоиться, не так волноваться о себе и о своих близких. Поэтому вот это влияние сферы wellness, оно накладывается на все, в том числе и на средства по уходу за кожей. Чего сейчас хочет современный потребитель? Он хочет, прежде всего, помощи и защиты, чтобы продукция была понятная, простая в использовании, чтобы был гарантированный результат, чтобы можно было оказывать профилактику каких-то проблем, да, не сталкиваться с этими проблемами как можно дольше. Затем хочется таких, знаете, понятных ингредиентов, прозрачных ингредиентов, которые имеют чистую, беспорочную репутацию. Это всевозможные витамины, которые мы используем сейчас и внутрь, и в составе косметических продуктов. И, конечно же, это экстракты растений, которые имеют многовековую историю, давно используются, поэтому продолжают быть очень популярными и экологичными. И вообще сейчас понятие натуральности, оно является синонимом слова wellness, да, то есть чем больше натуральных ингредиентов, тем потребителю интереснее этот продукт. И, конечно же, все, что мы используем, должно быть максимально безопасно для нашей кожи и для нашего самочувствия. То есть если сформулировать общий запрос, да, то современная женщина хочет, чтобы ей помогали замедлить процессы старения, оказать профилактику каких-то проблем кожи, и средства должны быть простые, доступные, с максимальным содержанием натуральных компонентов. И согласитесь, что наш бренд Optimals уже давно соответствует вот этим современным пожеланиям. Он просто понятен и содержит в себе максимум натуральных экстрактов шведских растений. Почему шведских? Потому что, с одной стороны, да, а чьи еще у нас шведская компания, наша шведская ДНК у всей нашей продукции. А второй момент, что это северная страна, и все растения, их так, не так много, как, например, на юге России, да, или каких-то в более избалованных солнечным климатом странах, все растения экстремалы. Да, то есть они привыкли к перепадам температуры, они привыкли к тому, что
Долгая зима, мало солнца, мало какой-то плодородной почвы. Поэтому они привыкли выживать. И в них огромное количество, большой потенциал и веществ антиоксидантов, и факторов роста, и жирных кислот. В общем, эти растения действительно кладезь для нашей кожи, возможность решать какие-то задачи, укреплять барьерные функции кожи, замедлять процессы старения. Собственно, что мы и берем на вооружение. Optimals, бренд Optimals – это нутрициология для кожи. Вы наверняка сталкивались с этим понятием нутрициология в питании, в диетологии. То есть это необходимые базовые компоненты, без которых не может обойтись человек, особенно продукты питания, скажем так. Так и Optimals в нашей линейке ухода за кожей – это вот необходимая база, которая учитывает потребности кожи. Сбалансированные продукты на основе природных ингредиентов. 53 года нашего опыта сказались и на бренде Optimals, один из таких уже давно представленных нашей компании и отлично покупаемый, да, популярный среди наших клиентов. То есть это наша шведскость, это наша жизненная кредо, любовь к природе и бережное к ней отношение, и при этом использование ее щедрых даров в виде экстрактов, растений, ягод, минералов и даже водорослей. Вот так будет выглядеть обновленная линейка Optimals. Будут обновлены и бустеры, и маски, и все, что мы с вами привыкли видеть в нашем арсенале Optimals. Как выглядит сейчас серия? Для удобства вот эти вот ежедневные базовые продукты объединены в серии. Для удобства выбора. Если хочется увлажнения, да, это, в общем-то, хочется всем и всегда. Влага – это обязательное условие красоты и молодости кожи, увлажненность. Есть серия Hydra Radiance для дополнительного увлажнения. Если хочется уже решать возрастные проблемы, да, бороться с возрастными признаками на коже, то есть серия Age Revive. В этих сериях остались прежние формулы, да, и в серии Optimals Even Out от пигментации и здорового тона тоже. То есть эти три серии остались неизмененные, те же формулы, с которыми мы с вами уже привыкли работать. Изменен дизайн и изменен он в лучшую сторону. В чем фишка, да, изменения дизайна? Вот коробочка у меня сейчас в руках, сыворотка Hydra Radiance, увлажняющая сыворотка. На упаковке сбоку, уже на упаковке бумажной, есть опознавательный знак. Первое, да, что используется технология moisture locking, то есть запирание влаги внутри, это ключевая технология этой серии. Следующее, что используются антиоксиданты из голубики и сахара из также из ягод, да, из тоже голубики. То есть можно, в принципе, не заглядывая никуда, ни в какие источники, просто по упаковке уже сказать ключевые компоненты, которые входят в состав. Здесь на упаковке самого продукта, на флаконе тоже, здесь на английском языке, ключевые технологии, ключевые компоненты тоже вынесены сюда. То есть можно, глядя просто на продукт, сказать, что входит в состав. На некоторых продуктах есть дополнительный значок, что упаковка подлежит вторичной переработке. Ну, например, вот на некоторых средствах серии Urban. И пластик тоже вторично переработан частично. В этом тоже есть пометка. То есть каждое средство в бренде Optimals имеет свой уникальный состав. И для того, чтобы нам было проще в этом ориентироваться, этот состав ключевые технологии, ключевые экстракты растений вынесены и на упаковку бумажную, и на сам флакон. Это, конечно, упрощает жизнь, и это делает нас еще более прозрачными, так как хочет сейчас современный потребитель.
Даже помимо того, что на сайте есть все компоненты, полный состав для тех, кто разбирается, для тех, кто знает, что он ищет, что он хочет увидеть в продукте или чего не хочет видеть в продукте, можно посмотреть по коду продукта в разделе «Ингредиенты» и на русском языке ключевые компоненты, и на английском языке, поскольку мы иностранная компания. И теперь это есть еще и на флаконе каждого средства. 2-3 ключевые компоненты или технологии вынесены по каждому продукту. И абсолютно новой для нас серией является серия Optimus Urban. На ней мы подробно сегодня остановимся. Прежде всего, почему мы решились на такой интересный запуск, серия для горожан? Потому что горожан становится все больше. Уже на сегодняшний день 54% жителей планеты проживают в городах. И по статистике, по прогнозам, к 2050 году таких жителей городов станет 70% всего населения планеты. Представьте, 70% будут жителями городов, средних, маленьких, больших. Но города – это своя специфика. Да? Почему люди во все времена хотели переехать в город? Потому что это возможности. Карьерные возможности, возможности самореализации, возможности досуга, другой ритм жизни. Мы хотим жить такой более насыщенной жизнью, с большим количеством возможностей и удобств. То, что в общем, предлагает нам город. Но есть своя плата за проживание в городе. Это как плата за проезд. В муниципальном транспорте невозможно бесплатно доехать. Все оплачивают. Так и здесь, да, за проживание в городе мы платим чем? Более высокий уровень стресса, потому что ритм жизни гораздо быстрее, конкуренция выше. Это питание, да, не такое регулярное, не такое качественное, как у жителей сельской местности. И это старение и видоизменение кожи в ответ на экологию. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% горожан на данный момент живут не отвечающих требованиям по чистоте воздуха и отличающихся в худшую сторону. Мы заведомо знаем, что мы живем при худшей экологии, чем жители, например, сельской местности. Меньше зелени, больше машин. Я житель небольшого города, Краснодар не относится к каким-то мегаполисам, как Москва или Санкт-Петербург, но могу вам сказать, что уже у нас в городе на одну семью приходится в среднем машины, два автомобиля и огромное количество машин, даже не столько производств каких-то предприятий градообразующих, сколько вот машины, пробки, загазованность, все это очень сильно портит экологию в худшую сторону. То есть иногда и количество жителей тоже влияет на то, при каких условиях, какой экологии мы живем. Поэтому для всех, кто замечает, что кожа становится более тусклой, что появляются морщинки, связанные с обезвоженностью, что кожа становится более чувствительной, склонной к покраснению, к аллергическим реакциям, к высыпанию. Это все реакция на оксидативный стресс. Что это такое? Есть такая теория старения, сейчас она самая популярная, ведущая. Это свободно-вертикальная теория. О чем она говорит? О том, что мы с вами дышим кислородом, и это одно из условий нашей жизни. Но когда мы вдыхаем кислород, в нашем организме образуются окислившиеся клетки. То есть это свободные радикалы. То есть агрессивные, поврежденные молекулы, которые могут запустить цепную реакцию и привести к разным мутациям в нашем организме. Во всех сферах, в том числе и в коже. И когда мы ведем здоровый образ жизни, вокруг благоприятная обстановка, нормальное питание, наш организм умеет справляться с определенным количеством свободных радикалов. Мы не зря с вами очень любим в пищу зелень, фрукты, овощи, рыбу. Это все источник антиоксидантов, противоокислителей, веществ, которые нейтрализуют свободные радикалы, не дают им образовать ту самую цепную реакцию и оздоравливают наш организм. Их много в всевозможных там, черниках, брусниках, клюквах, черная смородина, красная смородина. То есть в нашей стране есть свои суперфуды, то есть продукты питания богатые вот этими чистыми антиоксидантами.
Все витамины относятся к антиоксидантам, причем они лучше работают в паре, потому что тогда они защищают друг друга и усиливают эффект друг от друга. Витамин С, например, в паре с витамином Е. Человек умеет так защищаться и, в принципе, сам умеет вырабатывать небольшое количество антиоксидантов. Но если что-то идет не так, мы, например, очень сильно нервничаем, живем в плохой экологии, неправильно питаемся, питаемся вредными продуктами, жареными, фастфудом, это приводит к тому, что свободных радикалов, поврежденных клеток становится больше, организм уже не так эффективно с ними справляется. И тогда начинают включаться автолицитные реакции, в том числе и усиливается скорость старения. Это одна из причин старения, быстрого старения, которое выявлено учеными на данный момент. Поэтому антиоксиданты хороши сейчас не только в продуктах питания, не только в виде витаминов и минеральных комплексов, они хороши также и в составе косметики. И в серии Optimals, в том числе в серии Urban, мы найдем огромное количество разных веществ антиоксидантов, в том числе экстрактов растений. И я буду их называть отдельно. Итак, ключевые технологии серии Optimal Urban Guard 3D. Ну, начну с вот такого длинного названия, да, для того, чтобы вы понимали, что оно означает. Вообще смысл интересный, достаточно красивый, заложен в этом длинном названии. Не буду произносить с английским акцентом. Urban – это городской, Guard – это хранитель. Ну и 3D – это три измерения. То есть хранитель в условиях города, всесторонний хранитель, защитник кожи в городских условиях. Вот так литературно можно перевести название этой серии. Будем сокращать, и всем привычнее будет называть ее Optimal Urban. Да, я думаю, что так будет проще всего. Ключевая технология Urban 3 Rescue. Технология, ориентированная на восстановление защитного барьера кожи. То есть первое, над чем работает серия, это над тем, чтобы укрепить иммунитет кожи и усилить ее собственные ресурсы. Да, у нас есть защитный водно-липидный барьер на поверхности кожи, он образуется из нашего сального секрета и потового секрета. То есть это вот та самая кислая среда, в которой переживаются дружественные нам бактерии. А когда вот этот барьер прочный, да, у нас меньше испаряется влага с кожи, мы дольше сохраняем, да, хорошую увлажненность и упругость, и всевозможные бактерии, микроорганизмы вредоносные нам могут причинить ощутимого вреда. Поэтому эта технология на основе морского постбиотика. Что это такое? А мы знаем с вами уже несколько слов на эту тему. Например, пробиотик – это, собственно, бактерии. Их в косметике практически не используют, потому что если положить живую бактерию в баночку с кремом, во-первых, крем очень быстро испортится, а во-вторых, нельзя тогда вообще класть консервантов, потому что иначе не будет живой бактерии. Ну, то есть тогда наша косметика превратится в бактериальное оружие. Ни одна компания не использует косметики живых бактерий, только части бактерий, физаты всевозможные. То есть, либо постбиотики – это как раз продукты жизнедеятельности бактерий, фермент. То есть то, зачем, собственно, нам нужны бактерии на коже, конечный результат. То есть, чтобы вам было проще понять, это, например, да, у нас есть два пути получать кисломолочные продукты, которые идут в пищу, сыр, творог, масло. То есть есть долгий путь купить корову, пасти ее, ухаживать за ней, доить и потом уже из молока готовить вот эти любимые продукты полезные. Источники кальция. Есть второй путь – идти к фермеру, да, либо в магазин и покупать уже готовые продукты. Вот постбиотик – это как раз готовый уже, да, итог работы бактерий на нашей коже. Это всевозможные ферменты, которые усиливают барьерные функции, уменьшают склонность к покраснению, снижают чувствительность кожи, делают кожу более защищенной, более неуязвимой, меньше стрессующей, меньше склонной к чувствительности и высыпанию. Чем прочнее барьер, да, чем прочнее забор вокруг нашего строения, тем меньше туда могут проникнуть недоброжелатели. Поэтому первое, что делает серию, это укрепляет защитные барьерные функции.
И вот эти морской постбиотик у нас содержится в сыворотке дневном и ночном креме серии. Следующий ценный компонент – это растительные полифенолы скандинавской ели. Полифенолы – это как раз вот те самые вещества, антиоксиданты, которых очень много в некоторых растениях, таких как смородина, виноград, голубика, ежевика, и в том числе и скандинавская ель, растение экстремал, растущее в суровых северных условиях, тоже очень богато вот этими полифенолами, вещества из класса антиоксидантов, флавоноидов, которые защищают кожу, восстанавливают ее и снижают вот этот оксидативный стресс, делают кожу менее приимчивой к негативным факторам окружающей среды. То есть мы укрепили защиту, да, вокруг нашей кожи. Затем мы работаем на то, чтобы починить, да, вред, который уже принес, да, город и негативные факторы. И следующее, мы выстраиваем защиту при помощи косметики. Технология PolyProtect – это дышащая пленочка, микровуаль из натуральных полимеров, которые защищают кожу. Да, то есть это первая линия обороны. Именно на этой полимерной пленочке будет осаживаться пыль, грязь, смог, все вещества, причем они достаточно маленькую молекулярную массу имеют, они меньше весят, чем человеческий волос, но их вокруг очень много. Они способны проникать в поры, они способны забивать поры, вызывать высыпание, тусклость кожи и повышенную чувствительность. Поэтому вот эта вот микровуаль, да, как одежда, которая предотвращает ожоги, перемерзание кожи. Ну, то есть хорошая, добротная дневная одежда. Она есть во всех дневных кремах бренда Optimals. Технология PolyProtect. Невидимый щит, который мы выстраиваем против каких-то агрессивных окружающих факторов. Несколько средств в этой серии универсальны, многофункциональны. Тоже потребность потребителя, клиента, запрос его. И первое средство очищающее, оно относится к функциональному, можно использовать тремя разными способами. И это классно. Первый способ – это, собственно, очищение. Каждый день наносим на влажную кожу, помассировали и смыли. Второй способ – это маска. Нанесли на чистую сухую кожу, оставили на 10-15 минут. Затем влажными руками помассировали и смыли. И можно использовать еще и как скраб, то есть дольше делать массаж, уделяя внимание Т-зоне, местам, где больше черных точек. Состав этого средства как раз эффективен в отношении забитых пор, воспалений, черных точек, повышенной сальной жирности кожи. Это салициловая кислота, которая прекрасно работает в порах, это полифенолы скандинавской ели и это косточки голубики. Это, собственно, тоже все написано на упаковке, на флаконе. И косточки голубики, здесь не нужно думать, что это прям какой-то жесткий, да, скраб. Это скраб, который подойдет даже для чувствительной кожи. Средство также еще содержит белую глину, каолин, поэтому может использоваться вот это глиняное масло в том числе. Вот такая текстура. И вот эти частички голубики, они практически неощутимы. Они перемолоты в пыль. И они не травмируют кожу. И это получается такая смесь химического растворения, да, мертвых клеточек на коже при помощи салициловой кислоты. И такое механическое воздействие при помощи этого перетертых косточек голубики. Прекрасный продукт. Я его уже себе заказала, потому что летом чаще всего у многих людей кожа становится более жирной, я не исключение, поэтому для лактики черных забитых, да, пор, точек на коже и каких-либо воспалений, также для уменьшения сального секрета и более глубокого очищения, скажем, 1-2 раза в неделю, этот продукт мне очень интересен. Вот. Следующий классный продукт – это тоже многофункциональный спрей. Его можно использовать, он у меня остался дома, подготовлен к путешествию, завтрашнему перелету.
классный спрей, который можно использовать как тоник, наносить на чистую сухую кожу, распылять. Он имеет очень такую мелкодисперсную струю, которая не повреждает даже макияж, поэтому его именно поэтому можно использовать как закрепитель, фиксатор для макияжа, можно использовать также третий способ, как термальную воду. Как тоник, как закрепитель, фиксатор макияжа и как термальная вода. Три способа использования. И это тоже здорово. Его там 100 мл, то есть можно даже брать ручную кладь. Можно освежать лицо, когда возникнет необходимость, даже поверх макияжа. Приятное ощущение, как будто кожа выпила глоток свежей воды, да, такой прохладный. Сразу же эффект увлажненности, ощущение свежести и чистоты. Компонентный состав: низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая как раз имеет маленькую молекулу и проникает в более глубокие слои кожи, поэтому однозначно ее можно сравнить со стаканом воды внутрь. И растительные полифенолы из скандинавской ели, то есть это антиоксидантная защита нашей кожи от того, что ее атакуют снаружи. Следующее – это сыворотка. Сыворотка имеет такой дизайн отличный от всех сывороток в других сериях. Она вот имеет такую вот пипетку дозатор. Но не путайте с бустерами. Наносится она не, с, как бы, не в смешивании с кремом, а сама по себе, пара-тройка капель. Она имеет такую тягучую, приятную текстуру, чуть гуще, чем вода. И посмотрите уже, какой богатый состав. Здесь и морской постбиотик для улучшения барьерной функции кожи, улучшения тона и цвета лица. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, глубокое увлажнение, продолжаем поить кожу внутрь. Пантенол смягчает, успокаивает, восстанавливает кожу. И даже защитная технология Polyprotect, микрополимеры для того, чтобы кожу дополнительно защитить, образовав вот такой вот невидимый щит от пыли, грязи, смога и того, что нас окружает. Используем дважды в день, утром, вечером. Аромат у серии очень-очень мягкий, ненавязчивый. Это тоже пожелание современного потребителя, да, чтобы средства не были сильно ароматизированы, потому что сейчас очень многие страдают повышенной аллергичностью, поэтому это еще дополнительная защита от того, чтобы не возникла аллергическая реакция, да, как можно меньше всевозможных ароматизаторов. Дневной крем в этой серии имеет такой интересный дизайн, это тюбик. И он такой приятный, тактильный, такой бархатистый пластик, переработанный. Средство имеет высокий фактор защиты, SPF-25. Это классно в условиях города для современных горожан, которые утром на работу идет, вечером с работы возвращается. 25 – это более чем достаточно даже летом. Здесь смесь физических и химических фильтров, которые помогают защитить кожу от лучей группы А и от лучей группы В. То есть от тех лучей, которые вызывают ожог и загар, соответственно, и пигментацию, и от тех лучей, которые проникают глубже и способны разрушать коллагеновые эластиновые волокна. В составе морской постбиотик для укрепления барьерной функции, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, в тот случай, когда она такая имеет более, как бы большую молекулу и лежит на поверхности. Вы спросите, зачем она, да, если она не проникает глубже. Но и вот такое поверхностное увлажнение тоже очень важно, потому что оно моментально разглаживает мелкие морщинки, вызванные сухостью. То есть увлажнение идет как раз на тот роговой слой эпидермиса, который сам не имеет гиалуроновой кислоты, то есть меньше всего увлажнен, больше всего в этом нуждается. Плюс она еще притягивает влагу из воздуха и дополнительно увлажняет кожу. И очень интересный компонент называется масло из натурального воска. Что скрывается, да, и даже написано это на флаконе, Natural Wask Butter. Что это означает? Это означает, что в состав входит масло жужуба. Его называют как масло жужуба, так воск жужуба. Это все одно. Уникальный воск, который имеет жидкую текстуру и не густеет, не твердеет, даже при высокой температуре. Почему? И при низкой температуре. Потому что он по своему составу очень похож на наш сальный секрет. То,
что мы вырабатываем, вырабатывает наша кожа, на 25% состоит вот из жирных эфиров, сходных по строению с маслом жожоба. То есть воспринимает кожа его как родной, он прекрасно проникает в более глубокие слои и с собой тянет, несет, во-первых, то, что еще содержится в креме, лучше проникает, а во-вторых, сам воск жожоба богатый минералами и омега-3, омега-6 жирными кислотами, то есть это прекрасное питание, восстановление кожи. И также образуется такая микровуаль дополнительно дышащая, газопроницаемая, но удерживающая влагу, дает испаряться и сохраняет увлажненность и упругость кожи. И защитная технология Полипротек, невидимый глаз полимеры, щит, который защищает от загрязнения окружающей среды. Ночной крем в этой серии похож на суфле, имеет вот такой очень приятную текстуру, но при нанесении на кожу становится такой более легкой водичкой. Подходит серия для любого типа кожи, для жирной, для комбинированной, для сухой, для любого состояния и любого возраста. То есть посмотрите, ограничений у нас здесь нет никаких. Ни по типу кожи, ни по возрасту. В составе ночного крема морской постбиотик и среднемолекулярная гиалуроновая кислота, которая работает и в глубину, и на поверхности. То есть это единственная серия в нашем портфолио, которая имеет три вида гиалуроновой кислоты в своем составе. Низко-, средняя и высокомолекулярная гиалуроновая кислота. То есть увлажнение на всех уровнях, можно сказать так, да? Ценное и уникальное масло жожоба, которое родственно похоже на наш сальный секрет и способно улучшать эластичность и делать кожу менее чувствительной. Морской постбиотик, который улучшает барьерные функции и цвет лица. И защитная технология полипротека. Также экстракты шведских растений, голубики, полифенолы скандинавской ели. Вот то, что входит в состав прекрасной серии Optimals Urban «Защита в трех измерениях». Переходим к универсальным бальзамам. То есть очищение в этой серии подходит всем, и можно здесь выбирать по своим личным предпочтениям. Можно ориентироваться на тип кожи, можно ориентироваться на сезонность. Например, есть очищающее средство кремообразное. Им можно пользоваться в холодное время года, когда хочется самого мягкого очищения. А можно использовать его круглогодично для обладателей сухой, чувствительной или зрелой, увядающей кожи, которые любят кремовые мягкие текстуры. Средство наносится в сочетании с водой, превращается в очень нежную пену, деликатную, но при этом является мягким очищающим продуктом, подходящим даже для сухой, чувствительной кожи. Содержит экстракт фиалки и пантенол в составе. Второй продукт более пенящийся, соответственно, подойдет для более глубокого очищения, для комбинированной жирной кожи, либо для типа в летнее время, когда хочется, мы больше времени проводим на улице, больше пыли и грязи седает на коже, хочется более глубокого тщательного очищения. Это очищающий гель с фруктовыми кислотами. Фруктовые кислоты в данном случае получены из клубники и черной смородины. Это альфа-гидроксикислоты, которые улучшают цвет лица и глубже очищают поры от загрязнений. То есть, как я уже сказала, средства можно использовать либо для обладателей комбинированного жирного типа, либо можно использовать в летнее время для всех желающих. То есть эти два вида очищения можно чередовать по сезонам. Летом предлагаю коже более тщательное очищение, зимой более щадящее. Тоник в этой серии теперь универсален для всех. В серии Urban есть свой спрей, можно использовать его в качестве тоника, а можно использовать и этот тоник. То есть это на выбор любого человека. Серия Optimals предлагает собой такой тетрис, из которого можно собирать нужную вам фигуру. То есть вы сами из шведского стола продуктов выбираете, формируете свой комплексный уход этой серии или комплексный уход для своего клиента, который обратился к вам с просьбой подобрать
составляющие уходовые средства. Здесь есть из чего сформировать комплексный уход. Есть выбор в очищении, есть тоник отдельный продукт, он беспиртовой в этой серии, содержит успокаивающие компоненты, экстракт овса и неоцинамид и провитамин В5. Мицеллярная вода, она в этом каталоге идет в качестве бонуса подарка по цене 1 рубль акционный за любые два продукта из любой серии Optimal. Это, конечно, классное предложение на данный момент, и нужно обязательно пользоваться им. Каким образом можно и будить спящих, каким образом можно и рекрутировать, предлагать эту акцию рассылать всем, активируя людей в своих структурах. Потому что это очень щедрое предложение. При формировании программы комплексного ухода из 6 продуктов, да, очищение, тоник, крем для век, сыворотка, дневной и ночной крем, 6 продуктов, получается 3 мицеллярные воды будут идти в подарок. Возможность близким подарить, каким-то праздникам подготовиться. Классное предложение, мне кажется, очень заманчивое сейчас. Мицеллярная вода используется для демакияжа, да, для снятия макияжа с глаз, с кожи, мицеллы, невидимые глазу маленькие частички притягивают загрязнение и легко удаляют даже такой устойчивый макияж. На ватный диск наносится, и при регулярном использовании лучше смывать водой. Я вообще сторонник того, чтобы любое очищение с кожи водой смывалось. Но в некоторых случаях во время путешествия, например, можно иногда не смывать, это не критично, это единственный вид очищения, который иногда можно оставлять на коже, и это не приведет к каким-то печальным последствиям. А в составе урсоловая кислота из береска, один из ключевых компонентов мицеллярной воды, это берез, и увлажняющие компоненты, успокаивающие компоненты, и комплекс с мицеллами, которые удаляют загрязнение. Мы идем дальше. Следующая серия у нас Optimals Hydra Radiance. Здесь тоже интересный подход в этой серии. Есть продукты универсалы, это крем для век, например, сыворотка. И есть предложение по типам кожи. Здесь также можно идти либо по типам кожи, либо по сезонности. Общий состав. Да, для кого эта серия? Серия для тех, у кого часто стягивает кожу после очищения. Для тех, у кого углубились, стали более заметны мимические морщинки, кожа стала более тусклой, появляются шелушения, то есть есть ощущение, что кожа обезвожена. Рельеф такой кожи напоминает землю, которую долго не поливали. А вот эти микротрещинки на коже, которые при хорошем тщательном увлажнении разглаживаются, перестают быть заметны. Вот, видно у девушки, эти мимические морщинки, гусиные лапки в области века, как раз тонкая кожа, склонная вот к такой обезвоженности. Серия, в общем-то, интересна всем, кто замечает, что кожа не допивает, да, мало влаги получает. Это может быть любой возраст, это может быть житель города и житель села. Многое зависит от питьевого режима нашего, в том числе. Поить кожу надо, выпивая воду 1,5-2 литра в день, и также используя увлажняющие косметические продукты. Здесь есть интересное предложение. Дневной и ночной крем, одна пара для сухой кожи и одна пара для комбинированной жирки. Можно помогать людям ориентироваться по типу кожи, можно в холодное время года всем рекомендовать дневной и ночной крем для сухой кожи, а в теплое время года, летом, жарким летом, всем предлагать версию для комбинированной кожи. Различие будет в чем? То, что для комбинированной жирной кожи идет более легкая по текстуре, больше акцент именно на увлажнение. То, что идет для сухой кожи, здесь больше акцент именно на уже не только увлажнение, но и на питательные свойства. Больше масел содержится в составе. Поэтому очень интересный подход. Да, можно так вот по сезонности ориентироваться и с очищением, и с выбором дневного и ночного крема. Что еще важно в этой серии? В состав также входит технология Moisture Lock-In. Запри влагу внутрь. Да? Очень интересная технология,
когда мы увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота, глицерин, бетаин, закрываем сверху маслом, в данном случае маслом ши. То есть получается, что влага заперта внутри, кожа быстро набивается и очень быстро увлажняется. Следующее ценное – это витамины и минералы. Витамин С, витамин Е, витамин неоцинамид, витамин В3, пантенол, витамин В5, В6. И такие минералы, как железо, калий, кальций, натрий, полученные из морских бурых водорослей. Ключевые компоненты этой серии – это экстракты морожки, голубики, радиолы розовой, бурых водорослей, конского каштана, то есть богатые. И она идет с 33-35 лет и без дальнейших возрастных ограничений. Предыдущая серия шла без ограничений по возрасту, как Urban, так и Optimals увлажняющая. У серии Optimals Age Revive есть рекомендации в среднем где-то в районе 35 лет и старше. То есть, это когда мы уже говорим о множественных возраста, такие как морщины, пигментация, потеря упругости, сухость, шероховатость, неровный тон. То есть серия эффективная в отношении 8 признаков старения. И ключевая технология так и называется. Технология против 8 признаков старения. Ключевой компонент этой серии – это шведская береза, сахара, жирные кислоты, полученные из шведской серебристой березы. Она имеет хороший эффект против пигментации, выравнивает тон кожи, делает кожу более ровной и менее заметными пигментные пятна. Это показывает профилактику появления новых пигментных пятен. Растения, такие как красная и черная смородина, богатые витамином С и фруктовыми кислотами, облепиха, которая также стимулирует клеточный обмен, улучшает тон кожи. Масло льняного семени, богатое омега-3, омега-6 жирными кислотами. Прекрасная профилактика сухости и возможность улучшить эластичность, уменьшить шелушение и выровнять тон кожи. И, конечно же, технология Polyprotect, защита, невидимые полимеры, щит для кожи от окружающих загрязнителей. В дневном креме SPF 15, крем для век с роликовым аппликатором, 4 продукта, дневной, ночной, сыворотка и крем для век. Очищение и тонизирование добираем в качестве универсальных, выбираем из того, что есть в серии. И серия Optimals Even Out, она обновляется в следующем каталоге. Сейчас можно заказать пробники, если есть желание, но также не поменялось в состоянии. В сердце серии выравнивающая технология на основе полипептидов озимого гороха и облепихи. Растение таволга трехлистное борется с пигментацией. Экстракт гороха укрепляет тонус и упругость кожи и выравнивает тон. SPF 20 в дневном креме и такие дополнительно шведские растения, как крыжовник, шиповник, богатые фруктовыми кислотами, ускоряющие клеточный обмен. Крем для век тоже такого тюбика. Сыворотки, обратите внимание, они идут без крышечек, это так и надо, в бумажных упаковках, но без дополнительной пластиковой крышечки, но у них есть защита от нажатий, да, то есть такой замочек, поэтому крышечка, собственно, не нужна. Мы таким образом, опять же, бережем природу и не удорожаем серию еще дополнительного пластикового, да, этого, фиксатора. Здесь вот эта вот технология, да, как бы двух позиций. Позиция, при которой выдавливается продукт, и позиция, при которой закрывается возможность, да, выдавить, ничто не растечется, позволяет обойтись без копочка. Итак, друзья, да, получается, что у нас есть все необходимое в этой серии для того, чтобы сформировать комплексный уход.
То есть, с одной стороны, Optimals – это не набор, да, который уже вот есть у нас в упаковке по какой-то проблеме. Но это, здесь можно взять составляющие, можно брать из разных серий, можно из какой-то одной серии, для того, чтобы составить этот полноценный комплексный уход с учетом всех потребностей кожи. Каких потребностей? Кожа испытывает потребность быть тщательно очищенной утром и вечером. Поэтому для очищения у нас есть два вида универсальных, да, способов очищения. Мицеллярная вода – это третий способ. И четвертый, из которых можно выбирать, это Optimals Urban, да, 3 в 1. То есть 4 разных варианта очищения на выбор любого клиента. А тоник сюда же, в этот первый этап, это может быть тоник универсал бесспиртовой, либо это может быть увлажняющий спрей из серии Optimals Urban. Уход за кожей глаз есть у нас в увлажняющей серии, в антивозрастной серии и в серии Optimals Even Out. В Urban нет, нужно добирать из смежных серий. Активатор, сыворотка, есть во всех сериях, можно выбирать из других. Главное, чтобы активатор присутствовал, да? Это дополнительное увлажнение и ускорение работы крема. И четвертый этап – это основной уход, дневное ночное средство. Они представлены во всех сериях, во всех 4 сериях бренда Optimals, поэтому есть все необходимое для того, чтобы составить программу комплексного ухода. То есть основная цель, для чего нам нужен бренд Optimals? Он нам нужен для того, чтобы мы помогли женщине, девушке выработать привычку ухаживать за собой с учетом всех потребностей кожи. То есть это не просто, да, подобрать очищение, это возможность подобрать весь уход на базе демократичной серии Optimals. То есть и демократичное решение, и при этом эффективное, но говоря про Optimals, мы всегда рассказываем про лучшее предложение компании, где есть инновационные технологии, где есть гарантированный результат, подтвержденный клиническими тестами, где есть авторские формулы, запатентованные технологии, где есть стволовые клетки растений, то есть это наши уникальные шведские инновации, эффективные в отношении разных проблем, таких как пигментация, морщины, потеря тонуса и упругости, потеря сияния. То есть это самое эффективное, самое лучшее из того, что мы можем предложить. Да? То есть это цимус наших 53 лет работы, это бренд Novage. То есть основной посыл – это тренируйся на Optimals, имей в перспективе Novage. Серия Optimals – это хорошая рабочая лошадка. Мы ее не переоцениваем, но и не должно быть, да, недооцененности. То есть она нам нужна, она важна, она подойдет многим, кто не может финансово потянуть Novage пока. Да, пользуемся Optimals, имеем в перспективе, да, мечтаем о Novage. Как только появляется достаточно средств, радуем себя лучшим, и это бренд Novage. И вот давайте пройдемся по ситуациям, которые могут возникнуть, что в каких ситуациях предлагать. Первая ситуация, когда клиент использует, приобретает у вас какой-то один продукт. Он знает, что Novage это лучше. Вот есть сейчас, да, на ночной крем, например, куплю я себе ночной крем Novage. Да? Конечно же, мы рассказываем в данном случае, что один в поле не будет. Даже если это прекрасный представитель бренда Novage, ну нет такого волшебного крема, как в книге «Мастер Маргарита», да, чтобы еще и не только омолодился весь организм, но еще и волосы заменились. То есть это невозможно. Да, даже на очень-очень сильном креме, даже если это будет крем какой-то люксовой марки, даже если это будет крем за бешеные деньги, один крем не может обеспечить и очищение, и защиту, и питание, и восстановление, и при этом иметь легкую текстуру, жидкую сыворотку, которая быстро проникнет в более глубокие слои. То есть такое все в одном, это из области фантастики, и поэтому не нужно смешивать. Да? Если вы замечаете, мы идем по этапу от более жидких текстур к более густым текстурам, которыми завершаем уход. Поэтому один поле не воин. И когда кто-то хочет приобрести один, говорим о том, что, ну, эффекта не будет. Особенно, если ты ориентируешься на цифры, которые представлены по всему набору. Поэтому обязательно рассказываем, для чего нужны все этапы. Возможно, человек не считает нужным инвестировать.
потому что не понимают важность всех этапов. То есть это так называемая S-beauty, да, красота по-скандинавски, которую мы сейчас проповедуем. Это не 13 средств, как в красоте по-корейски, но и не 2 средства, как это принято у русских, какое-то очищение и какой-то крем. Там 5 продуктов, необходимый минимум, но работающий и результатив. Поэтому, когда пытаются выбрать одно, да, говорим о том, что одно не работает. Если вот сейчас будут желающие поучаствовать в акции на мицеллярную воду, я, например, тоже, да, из этих числа, вот что делать в таком случае? Уже есть заказ на 2 продукта, третий, мицеллярная вода, идет в подарок. Здесь остается просто дорассказать про те продукты, которые еще могут войти в комплексный уход на бренде Optimal. Да? Ну, ты уже купил почти половину системы ухода. Да, давай я тебе расскажу еще, для чего тебе оставшиеся продукты, ты еще получишь парочку мицеллярных вод в подарок. Вот. То есть таких людей, на таких ситуаций в этом каталоге будет больше всего. И отсюда же ситуация, например, я пользуюсь брендом Malage, но при этом хочу поучаствовать в этой акции, получить мицеллярную воду в подарок. Мне прекрасно подойдет вот это универсальное очищение. Я могу его использовать как маску, 1-2 раза в неделю. И он будет чудесно гармонировать с моим брендом Novage. И также я возьму увлажняющий спрей, который буду использовать как термальную воду, как фиксатор для макияжа или как даже тоник, потому что в бренде Novage в наборах нет отдельного тоника. Поэтому вот эти 2 продукта они никак не будут конфликтовать с моим уходом от бренда Novage. Плюс я еще получу мицеллярную воду, которую тоже могу использовать там, по очереди с гидрофильным маслом, или просто одну мицеллярную воду, и при этом экономя пока на гидрофильном масле. Вот, поэтому у этой ситуации может быть, да, 2 варианта. Когда уже покупаются какие-то любые 2 продукта, есть повод рассказать про недостающие и объяснить важность и нужность этих этапов в уходе. Если клиент использует средства Love Nature, отлично, что использует хоть что-то нашего бренда. Love Nature – приятная ознакомительная серия. И, конечно же, наша задача – повысить градус эффективности, перейти на средства более высокого уровня, аналогичного действия. Но вот здесь увлажняющая, да, серия для нормальной кожи. Здесь мы тоже подберем увлажняющую серию, но уже с более серьезным составом, большим увлажняющим эффектом. То есть мы повысим градус эффективности. Ну и еще более серьезное повышение градуса эффективности, это, конечно, будет уже бренд Novage. Когда хочется Novage, но пока нет средств на него. Да? Рассказываем так про Novage, чтобы его хотелось и о нем мечталось. Но пока идет время, да, мы его не тратим. Пусть в это время наш клиент разминается на Optimals. Optimals будет прекрасный тренажер, когда будет формироваться привычка ухаживать за собой 2 минуты утром, 2 минуты вечером, чтобы мы знали, что потом продукты более высокого класса и высокой стоимости на Novage не будут простаивать, и баночки будут пригождаться, потому что у человека уже есть привычка ухаживать за кожей комплексно, регулярно, ежедневно, утром и вечером. Ну и если не пользуется ничем из Oriflame, да, это хороший повод пригласить на диагностику, на разговор вывести, что-то порекомендовать, безусловно, рассказать о лучшем предложении бренд Novage, предложить набор пробников, ну и также набор пробников у нас есть и к бренду Optimals, там в состав набора пробников входит 3 продукта, сыворотка, дневной и ночной крем. То есть их тоже можно рекомендовать для первого знакомства, для того, чтобы оценить текстуру. То есть тестируем, задаем вопросы, спрашиваем, что есть в уходе, предлагаем что-то в дополнение и пользуемся такими инструментами, как тест на сайте, наборы пробников и наше приложение SkinExpert. Вот. Ну, в общем, остается всем, кто еще не имеет привычки комплексно ухаживать за кожей, определиться с серией бренда Optimals. Да? Разминаемся, тренируемся, улучшаем навык ухода за кожей на Optimals, чтобы перейти на Novage. Ну, вот именно такая концепция есть у компании. Спасибо, буду рада ответить на ваши вопросы.
Наташа присылала такой интересный вопрос по поводу, скажите в процентах, какая разница между эффективностью Optimals и эффективностью Novage? Друзья, я не могу вам даже как практик ответить, потому что я не пользовалась никогда полностью уходом Optimals. Я сразу выбрала Novage. Поэтому сказать вам о проценте, конечно же, ни компания не говорит о том, что вот здесь 30% эффективности, а здесь 100%, да, и тут 70%, а тут 100%. Нет таких процентовок, нет таких рокировок, но вы должны понимать, что в нашем бренде цена исключительно зависит от компонентов, от сложности технологического процесса. Ну, то есть цена на Вейдж, она вполне объяснима, да, и с половыми клетками, и тестами на эффективность, клиническими тестами, дороговизной компонентов, которые входят в состав. То есть если прилично дешевле Optimal, соответственно, вы примерно должны понимать, что и эффективность будет значительно ниже. И еще, если есть вопросы. Да, Наташа, огромное спасибо. Не стесняйтесь, включайте микрофон. У вас есть прямо очень крутая возможность у Натальи задать вопрос лично, любой, да, что касается нашей продукции, ухода за кожей. Так что включайте микрофоны. Девчонки в чатах пишут, лучше задать голосом, девчат. Мы можем и прочитать сейчас, потому что чат открыть. Всем привет, это Ирина. Можно вопрос, да? Да, давай. Для жирной кожи будет серия Optimals? Да. Потому что очень часто спрашивают наш любимый, особенно крем, дневной крем. И мой любимый был, безумно его любила. Ну что вот на данный поводу, момент... Что по поводу этого всего не видно? Серия Optimals Hydra. Два варианта для сухой и для комбинированной жирки. Но такого флюида нету сейчас пока. Прям... Вот, может быть, даже не серию, отдельно бы этот флюид такой именно для жирной кожи, именно дневной, потому что ночной, в принципе, нормально подходит, даже вот Urban серия хорошо, но вот текстура флюида того, она незаменима. Вот надо посмотреть дневной крем или ночной крем из серии увлажняющий для комбинированной жирной кожи. Я пробовала, немножечко не та текстура, не та текстура. У вас, если как бы, есть вопросы вот такого плана сравнить состав, то вполне возможно. Вы можете... Составы же у нас абсолютно прозрачные, и можно по старому коду найти состав, сравнить с новым кодом продукта, и вы увидите, тоже или тоже не то. Но даже если с пулеризатором мы берем, уже не то. Ну, там же немножко помпочка, немножко другой, он более жидкий, более легкий такой. Ну, повторили, видимо, те продукты, которые действительно были универсальные и подходили большинству. Ну, все возможно, вы же знаете, вот, что тушь синяя наконец у нас в следующем каталоге выходит. Поэтому сказать нет никогда, я вам так не говорю. Вполне возможно, что кто-то будет долго спать. Угу. Почему после спрея образуется блеск на лице? Ну, потому что тоже могут быть, во-первых, вот эти, да, полимеры давать такой эффект блеска. А во-вторых, гиалуроновая кислота, она в любом случае всегда придает блеска, иногда даже липкость. Здесь мы обходимся без липкости, но этот блеск вы потом притушите все равно последующим декоративным макияжем. То есть это не страшно, и это нюансы гиалуроновой кислоты. Да, я вижу, кто-то также макияж ждет на силиконовую. В следующем каталоге будет, да, и синий, и черный. Вот, кому-то не дает блеск, это тоже нормально. Но вот на мне всегда все, что гиалуроновой кислотой, все дает блеск. Довольно распространенная ситуация. Просто человек говорит, что из-за этого спрея у него жирная кожа. Вот из-за этого блеск. Такой вопрос. Ну, в таком случае все же очень индивидуально, да, в плане подбора продукта. В таком случае лучше использовать тогда под крем, потому что тогда крем протянет, да, с собой гиалуроновую, скажем так, и затем уже сверху не распылять, то есть ну, будет меньшее количество вариантов использования. Не как продукт три в одном, а как тоник просто. Вот. Ну, сам